Когда мы печалимся, друзья мои, очень важно, чтобы был кто-то рядом, кто сможет разделить с нами печаль и утолить эту печаль. Но есть святоугодники Божии, которые всегда рядом с нами. Печальник земли православной. Так называют этого святого угодника, память которого Православная Церковь совершает 8 октября. Святой преподобный Сергий Радонежский. Отец Василий, будьте добры. Святого преподобного Сергия Радонежского называют печальником и молитвенником о всем православном мире. Почему? Называют его так из-за его молитв и переживаний о всех православных людях. Преподобный Сергий в своей жизни принимал всех людей и помогал всем. Помогал в различных болезнях, в семейных нуждах. Заботился о иноках, о братьях, которые были в его монастыре. И молился перед Богом за них, чтобы Господь благословил, наставил весь род каждого человека, кто приходил с Нему. Вся эта забота, это долгие годы молитвы, трудов постнических преподобного Сергия. Еще из детства, из млада было показано людям то, что преподобный Сергий будет великим угодником Божиим. Еще в утробе матери, когда его мама Мария была в храме, он трижды возгласил в храме во время божественной литургии. Вот перед началом чтения Евангелия на херувимской песне, и когда священник возглашал святая святым, то в утробе матери, в чреве преподобный Сергий вот возгласил громким глазом, что все люди слышали в храме, и пришли спросить, где младенец, но признавшись Мария, она сказала, что вот он находится еще в чреве. Это был знак от Бога, то, что будет великим угодником, подобно святому пророку и притече крестителю Иоанну, когда Божья Мать пришла к Елисавете, то, как сказано в Евангелии, возрадовался младенец вот, в чреве вот, Елисаветы. Преподобный Сергий, когда родился, дали ему имя Варфоломей, и из детства он любил возносить молитвы. Он не любил, как и прочие дети играть, вот, а любил молиться. Вот, любил он. Также имел стремление к учебе, но, к большому сожалению, ему не получалась учеба. Вот как он ни трудился, все равно не давалась ему грамота. И он очень печалился по этому поводу. И молился к Богу, чтобы Господь помог разрешить вот эту нужду, эту проблему. Однажды его отец отослал для того, чтобы он нашел коней, которые потерялись, и он увидел инока, монаха, который возносил молитвы возле дерева. Преподобный подождал, когда тот закончил молитву, поклонился ему, и вот монах спрашивает, что ты хочешь? Вот. И он говорит, вот я учусь грамоте, но она мне не получается. Я всем сердцем желаю, чтобы мне получалась грамота, то есть чтобы ему получалось учение. И старец вознес молитвы и дал ему часть просфоры. И говорит, чтобы он скушал, и Господь поможет ему. Так и случилось. Преподобный Сергий, еще отрок Варфоломей, просил, чтобы старец зашел в их дом. Он пришел, родители были благочестивыми, и они возрадовались приходу монаха в дом, накормили, предложили кушать, но прежде говорит он, что нежели потреблять пищу телесную, нужно потреблять пищу духовную. И он начал возносить молитвы, говорил о молитве и открыл книгу и попросил, чтобы отрок Варфоломей прочитал псалмы. Он отказывался, потому что он не умел читать, не давалось ему. Но когда он открыл, начал читать, то он уже читал красиво, стройно вот, псалом. И родители возрадовались, и то, что вот, он уже умеет читать, и ему дается грамота. Преподобный Сергий вот уже в отрочестве хотел удалиться в иноческую жизнь, в монашество. Но родители говорили, чтобы он подождал, чтобы он посмотрел за ними и не оставлял их. Он, исполняя
Заповедь о чтении родителей, остался своими родителями, уже заботились о них. Они уже в преклонном возрасте пошли в монастырь, где сами приняли монашество. И преподобный Сергий уже потом удалился в пустыню, где подвязался. Много было скорбей, пустыня, много было вознесено молитвы, и были разные искушения и нападки силы вражей. Но преподобный Сергий с молитвой все эти дьявольские нападки вот отгонял и вел благочестивую жизнь, и люди начали узнавать о его подвигах, начали приходить к нему вот отшельники, монахи, которые также хотели вместе с ним подвязаться и воздавать славу Божию. Преподобный Сергий вот устроил келью, и собрались братья, и они вместе подвязались, воздавали славу Богу от пустыни. Потом братья уже зажелали, чтобы у них был наставник, был игумен, потому что у них не было священника, и они звали из окрестных сел, а то далеко было, или какого-то монаха звали священным сане для того, чтобы вознести божественную литургию, потому что не могут они подвязаться и спасаться без приобщения святых тайн Христовых, без служение святой литургии. И начали просить преподобного Сергия, чтобы или он стал их игуменом и наставником, или же и спросил у владыки другого, но чтобы была совершена литургия. Преподобный Сергий отказывался по своему смирению, потому что он хотел быть подобным Богу, всем рабом. И он отказывался от этого, не хотел быть начальником. Когда он пришел к епископу, но тот благословил его на игуменство. И он воздал славу Богу, принял со смирением послушание, и когда пришел в монастырь, братья поклонились ему, и преподобный Сергий уже был игуменом обители, маленькой обители в честь Пресвятой Троицы. Преподобный Сергий наставлял их не так словом, как своим делом, как своей жизнью. Взирая на него, все вся братья вот старались уподобляться ему, своему наставнику. Он имел очень большую заботу о своей братье, и всегда вечером у них было такое послушание, что после малого повечерия все пребывали в келье и уже не выходили только по большой надобности. Пребывали в келье в молитве или в чтении писаний. Преподобный Сергий ходил и смотрел, проверял для того, чтобы вот наставить. Кто возносил молитвы или занимался рукоделием, то преподобный Сергий молился Богу, чтобы Господь укрепил их. А когда приходил и слышал, что кто-то проводит время в праздности или в разговорах, то он стучал в дверь или в окошко и отходил, молился, чтобы Господь вразумил вот братью и наставил. На следующий же день вызывал и не ругал, а с любовью вот вел беседу и подводил тому, что сам инок, который был, то он сам доходил до того, что он осознавал свою ошибку и приносил покаяние. Преподобный заботился о всех и показывает всем пример послушания и смирения. Большое смирение у него было, он ходил в одеяние, и сшитых из толстой одежды, и часто и подлатанной. Бывало даже такое, что вот было в монастыре кусок ткани, который никто не хотел брать, потому что она уже была негодна и никому не нравилась. То преподобный взял себе и пошил из него одеяние. Сам игумен вот возносил молитвы. Преподобный Сергий, ведя такую постническую, подвижническую жизнь, сподобился великой благодати Божией. И когда он служил литургию, то вместе с ним сослужил ангел. И его ученики видели это. Преподобный Сергий, вот когда возносил молитвы, то покрывался весь огнем, то есть благодатью Святого Духа. Преподобный Сергий имел смирение и совершал многие чудеса. К нему и приводили бесноватого, которого привели 10 человек, не могли удержать. Он совершил молебное пение о болящем и благословил вот бесноватого крестом. Тот убежал, там была калюжа от после дождя, что осталось, и туда в дождь. Когда уже он пришел в себя, тот бесноватый, то спросили, почему же он убежал
в воду, то он ответил, что когда преподобный вышел и начал поднимать крест, то крест как бы пламенелся, в пламени был, и он думал, что сгорит, и потому он побежал туда, в калюжу, для того, чтобы сокрыться, чтобы не сгореть из-за страха. Привели были к нему сына, который болел. Человек имел большую надежду и упование на преподобного Сергия, но когда он привел, когда преподобный Сергий готовился для того, чтобы вознести свои молитвы, то сын тут умер. Отец уже ушел из кельи для того, чтобы приготовить гроб для погребения вот своего ребенка. Преподобный Сергий начал возносить молитвы к Богу и спросил у Бога, и Господь воскресил этого ребенка. Когда отец зашел, то преподобный говорит, что не надо уже готовить ничего для погребения, потому что ребенок твой жив. Он не поверил до тех пор, пока не увидел. Преподобный Сергий здесь показывает свое смирение дальше, потому что начали его прославлять, то, что он совершил такое чудо. Он говорит, нет, ты ошибаешься, твой ребенок был жив, просто ты когда его нес, он от холода замерз, но у меня в теплой келье он согрелся и вот был здоров. Но все понимали и все видели то, что действительно ребенок был мертв. И преподобный Сергий и спросил Бога, и Господь совершил великое чудо вот в воскрешении этого сына. 8 октября, это воскресенье, будет совершаться служба, ужасная литургия, и которую особенно будем прославлять преподобного и богоносноца нашего Сергия, игумена Радонежского чудотворца, и возносить ему свои молитвочки за всех, и за семьи, и за деток, потому что преподобный Сергий является покровителем учащихся, и будем к нему возносить свои молитвы и просить у него заступничество, потому что он также является покровителем нашего прихода. И будем возносить молитвы также и просить за весь мир, чтобы Господь благословлял молитвами преподобного Сергия игумена Радонежского чудотворца в милости, в молитве, чтобы мы научались смирения, кротости, любови, которую имел преподобный Сергий как к Богу, так и к людям. И хотелось пожелать, чтобы всем нам Господь даровал свое благословение молитвами и предстательством преподобного Сергия игумена Радонежского. Thank you.